Добрый вечер, доброй ночи. Это я, ваша Вивьена. Мои дорогие подписчики, кто из вас православные, поздравляю вас с Великой Пасхой. Я думаю, что вчера, в субботу, многие посмотрели в прямом эфире восхождение благодатного огня. Это чудо. Я желаю вам счастья, благодати, веры. У каждого своя вера. Каждый верит в своего Бога. Бог – это великое, яркое, огромное. Оно не относится к религиям, потому что Бог управляет всеми. Он нас судит, и Он нам дарит. Я очень благодарна вам всем за ваши подписки, за ваши комментарии, за радость в ваших глазах, когда вы смотрите мои видео. Я поздравляю с этим большим праздником. Это действительно большой праздник. Он пошел не от православия, не от христианства. Он очень-очень давно, это древний праздник Пасха. Мы красим яички. А вот спросите мусульман, они тоже на свои праздники красят яички в красный цвет? Потому что красное яйцо, и когда оно освященное, а я давала вам ритуалы, если вы не смогли пойти в храм, как осветить дома это все, оно дает жизнь. Запомните, жизнь. Если вы возьмете яичко в православный праздник, вот яичко, которое вы покрасили, осветили, обкатаете его себя вот этим красным яичком, и будете говорить: катываю, обкатываю себя, обкатываю от сглаза, от порчи, от других наговоров, от скорби, от депрессии, от всего, скатываю, выкатываю, и обкатываете себя этим яичком с головы, голову, потом ниже, потом руки, потом туловище, потом ноги. Если вы мусульмане, то мусульмане делают наоборот. Они делают, начинают обкатывать или что-то делать с ног. Это не важно как, у каждых народностей свои там ритуалы и обряды. Но смысл один, то есть вы обкатываете этим яйцом, вы обкатали, а дальше это яичко нужно не закопать, а его нужно от скорлупы отсоединить, скорлупки рядом положить около дерева, и яичко уже очищенное около дерева. Если его склюют птицы или скушают животные, то действительно порча, сглаз, негатив с вас сойдет в этот день. Я вам желаю всегда радоваться, смотреть вперед, как бы ни было тяжело. Не зацикливаться на вот этом вот, на личных вот этих отношениях. Я его люблю, но не могу. Запомните, это уже сущности управляют вами. А сегодня огромный праздник, когда можно освободиться от этих сущностей, обкатать себя с головы до ножек этим яйцом. Попробуйте, сделайте. Это говорит вам ваша Вивьена. Я думаю, что вы сделали четверговую соль, которая будет помогать вашей семье. И вы прочитали молитву, тризну в субботу перед колокольным звоном. Я вам все это рекомендовала, чтобы оберечь себя и быть счастливыми. А счастье – это просто эмоция. И каждый раз разная эмоция. Радуйтесь жизни, радуйтесь, вкушайте яйца, мясо, Пасху, куличи, радуйтесь жизни. Пока-пока, с вами была Вивьена, до новых встреч!